20 марта 2015 года в пятницу можно было наблюдать полное солнечное затмение. Полностью его можно было увидеть только на севере Атлантического океана и в Арктике. Наилучшим местом для наблюдений на территории России стал Мурманск. Эти архивные кадры были сняты нашей телекомпанией в августе 2008 года. В отличие от сегодняшнего затмения, тогда это явление можно было наблюдать практически из любой точки России. В этот раз Луна начала заслонять Солнце с 12 часов по московскому времени. Пик затмения пришелся на 13 часов 13 минут. В Мурманске Солнце скрылось на 89%, в Петербурге на 78%, в Москве на 65%. Солнечное затмение 20 марта 2015 года произойдет в день весеннего равноденствия. Солнце и Луна пересекутся в созвездии Рыб, и тем самым затмение символически отметит приход астрономической весны. Следующее подобное затмение произойдет 30 марта 2033 года.